Итак, всем трем, дорогие подписчики, а также быть с каналом Lords. Да, дальше продолжаем. В предыдущем видео почитал там комменты. Спасибо всем большое, что вы ждете все-таки, да, продолжение этой замечательной игры, кто-то не помню, писал. Так, но еще написали о том, что якобы, что я не вижу и не знаю, якобы мне открыли секрет о том, что я не, что здесь здание можно некоторые переносить. Вот, поэтому я сразу говорю. Но, а там в предыдущем видео я вообще о другом рассказывал. Я не понимаю, я рассказывал о том, что почему-то разработчик как-то так сделал коряво, что они... Но, допустим, на вот этом рынке, да, открыли вот одежка раз с едой, вот зачем два ларька здесь с одежкой, да? Почему или с едой два или три? То есть вот эти вот три ларька с едой. Непонятно, я как раз вот объяснял, что мне не... Да, я могу это перенести, вот взять вот так вот ларек, херакс его и перемести, например, вот, ну, там, в другой какой-нибудь, да? Ну, где есть место? Но вопрос-то не в этом, знаете? Ну, можно, давайте вот сюда, например, его перевести, да? Ну, допустим. Но, представьте, да, вот у меня сколько рынков? Раз рынок. Где тут еще был? Вот, два рынок. Три рынок. Четыре рынок. Пять рынок. 6 рынок, 7 8, то есть, ну, потому что они, ну, это я почему вот эти последние, вот эти вот я добавлял, потому что просили жители, говорят, ну, нам нужен рынок, нам, мы хотим палаточку открыть, поэтому я это подобавлял. Так вот, а я-то рассказывал не о том, что да, я могу перенести, но нахера мне нужно каждый переносить. Просто я говорил о системе, которую разработчик сделал не особо. Знаете? Вот. Что если какой-то рынок, ну, чтобы не все подряд ларьки, ну, даже если все там открывают, да, но если открылся там один, ну, два ларька, то зачем туда пихать 3, 4, 5? Пусть уже... Уведомление мне придет, что мы хотим рынок, да, и я им в другом месте открою рынок, ну, другую территорию дам, вот, чтобы как-то распределение, потому что на одном рынке, например, занято все одежкой, едой, предположим, да, но нет топлива, писец, и вот это, вот этим гражданам, ну, вот, допустим, вот здесь вот дом стоит, да, вот, хозяйство. И ему, чтобы ходить не здесь топливо забирать, а он ходит, например, сюда. Или, а еще хуже, он ходит сюда. А еще хуже, он пойдет вот сюда. Ну, то есть вот, вот, да, вот такой вот. Бредятина немножко, но я сейчас... А, ну я туда. Я тут немножко свой апгрейдил, свое, так сказать, логово. Вот этим, да. Это я теперь живу, вот у меня стеночка. У меня здесь, Настя, в усадьбу. Я когда вот это построил и подумал о том, что, блин, надо было все-таки оставить вот здесь место для усадьбы, вот так вот, а потом вот это все, вот так вот, все вот эту, ну, именно свою территорию, вот эту большую, да, обнести забором, поставить кучу этих лучников, да, этих башен с луками. Но это, конечно, да, уж такая немножко перебор, но мне что-то вот, думаю, надо было бы прикольно, потому что я вот, видите, уже поставил сюда, вот у меня будет здесь, вот видите, вокруг башенки, и я после того, как башню вот эти поставил, думаю, блин, надо было бы, конечно, это все вокруг своей, так сказать, да, своей деревне все это надо было обнести. Ну, было бы, блин, прикольно, конечно, но там нужно очень много досок. Блять, а у меня доски куда-то уходят. Слушайте, а и куда я у доски? Ага. Так, надо отключить, потому что иначе я не... А что мы тут вывели? Ага, да, отключаем. Блин, курица, как-то ты... не то, ладно. Так, чё вы тут?
Ага, эти нихера не делают. Эти нихера не делают, да? Получается. Ну давайте сюда одного и... Ну сюда... Ну, будут, да, будет в одной из две семьи. Хотя в лесопилке одна семья, в принципе, справляется, но вот в данном случае почему-то непонятно. Да, еще можно людей. Если вот кто не знает, могу даже рассказать, что можно людей пересаживать. Вот, например, он работает в этом амбаре, да? Но это далеко ходить. Вот представьте, да? Отсюда он ходит на работу вот туда. Можно сделать проще. Берем отсюда... Удаляем одного, сюда заходим, человечка, вот этого работника, вот эту семью, херак на пилораму. Да? Дальше смотрим, кто еще тут ходит далеко. О, этот близко работает. Окей, все, значит, сюда заходим, в амбар. Да, или где, откуда я забрал его, блин? Во, отсюда, значит, раз, сюда добавляем. Смотрим, где эти чудики работают. Точнее, живут, да? Где живут они? Опа, они живут, ну, почти близко, да, о, им тут пройти, в принципе, не так далеко, да, отсюда до сюда дойти. Но, понимаете, в чем проблема-то? Я не хочу этим заниматься, блин, каждым домом. Вот представьте, если я сейчас, вот, вы включаете, значит, ролик, и я, грубо, даже не то чтобы... Один ролик, а просто десятки, а то и сотни роликов буду снимать, как я, каждого жителя, да, чтобы он ближе был к работе, все это переносил. Ну это, согласитесь, ну никто по такой не будет смотреть. Вот. А заниматься тем более, я лично не хочу этим заниматься. Не, я иногда делаю так. Ну, как я вам вот только сейчас показал, да, вот эти вот перемещения. И это я сделал перемещение вот здесь вот, потому что у шахты, к шахте она далеко, и люди ходили аж, по-моему, где-то вот, отсюда шел сюда вот. И, а здесь вот люди, вот здесь, они работали аж вот туда уходили. Ну, то есть зачем, да, туда-сюда им мотаться, и я вот этих вот... На семьи, которые живут вот в этих домах, я их распределил на шахту и, по-моему, горн. Да, по-моему, я тут еще горн вроде бы делаю. Ну, там эти плавим всякие слитки. Вот. Но они все равно далеко ходят, собаки. Да, потому что... Почему? Да потому что он... Вот что ты там делаешь? Ждет. А что ты ждет? Ну, зато, видите, вот это добывает руду. А, ну нормально. А, подожди-ка, а чё вы как-то... Why do I have to carry this alone? А ты-то чё не работаешь? Несёт груз железная руда? А, он не может это подойти. Ну да, здесь, конечно, все это сделано. Ну ладно. Так, что у нас сегодня по плану? По плану у меня сегодня завоевание территории. Так, а что у меня с глиной-то? Ой, точнее, железной рудой. А... Ну это мало. Ну да, блин, а мне больше не сделать народу, что-то они как-то странновато налезли. Да, странновато они все это добывают. Так, погнали. И, ну, я переигрывать не буду, потому что, ну, кто-то написал, давай лучше переиграем, поскольку он быстро завоевывает территорию. Но поверьте мне, мне наплевать на то, что он быстро завоевал территорию, потому что я уже, наверное... С десяток осад выиграл. Он сюда приходил неоднократно, я говорю, уже, наверное, раз 10 пытался все меня
отнять мою территорию. Но я отбивался, я дальше захват, ну, соответственно, перемирие, потом дальше развивался. И теперь настала пора нам его уже, так сказать, да, немножко проучить и отжимать, начинать территории. Но чтобы отжимать территорию, мне нужно. Во-первых, мне железная руда, с одной стороны, нужна, потому что те хорошие, видите, богатые залежи. Ну вот. В смысле 720. Я поставил бесконечную. Да, прокачал на бесконечную добычу, так что. Но они все равно медленно все это качают. Можно было бы отсюда зафигарить. Так. Камень. Ну, если честно, камень мне не особо. Ягоды, да, вот с ягодами у меня туго. Я бы, знаете чего, мне нужна глина бы по-хорошему. Хотя тоже глина, да, только за счет того, чтобы ее обгрыживать домики, ну, тоже особо не вижу смысла. Камень. Звери? Вот зверей бы, да, потому что... Там мясо, в принципе. Это что у нас? Кусты. Глины мало. Глины мало. Я бы вот эту, конечно, отвоевал, потому что здесь хороший сезон ягод. Ну давайте вот этот начнем отвоевывать. А, нет, стоп. Чуть-чуть не так. Сначала мы нанимаем с вами отряд. А, ни хера себе. Опаньки, а это когда у меня? О, нифига себе, слушайте, да, теперь мне приходится платить, да, я вот забыл, ежегодный королевский налог с собакой, и он очень так удручает, то есть ценник-то у него такой прикольный. Ну, то есть, чем больше становится деревня, тем больше, соответственно, налог. Прикол, да? Блин, если увеличивать налог, чтобы больше денег поступало, то, блин, одобрение херовое. Видите, у меня и так уже 20 одобрения. Но это только 10%. Ну, вообще, это предыдущий 20. Так-то вообще 8. Ну, давайте 15. Ну, а что поделать? Что поделать? Так, а что мы... Надо подумать. Надо подумать, потому что мне вот эти вот, они как бы... ну, не то чтобы очень сильно нужны, но, не, но они как разменная монета, по большому счету. Вот, А что именно? Да, сейчас вы это чуть-чуть попозже увидите. Да. Так, ну что ж, давайте нанимаем их все. Но как-то мы тут с коллегой разговаривали, и он такой, вот там. Типа им платить каждый месяц там нужно туда-сюда. Я говорю, ну блин. Когда они сделают свое дело, все, распускай, я говорю, зачем ты им платишь? Блин, а я не помню, откуда вот. Ладно, давайте вот здесь вот соберемся. Ага, и они пойдут еще у нас. А, еще оттуда идут. Да, нам сейчас они, блин, ну это конечно. Ну ладно. Ждать долго, эти-то быстро придут, а те еще идти будут. Так, что у меня с торговлей? Да, я еще поставил, хочу поставить вот здесь вот, в
факторию, потому что, ну, задолбали. Ну, почему-то вот, в этой альфе, видите, вот они по полям тут у меня бегают, и они причем не то что по полям, они как-то прям насквозь. Вот, видите его, видите? И это после обновления случилось, то есть они теперь дорог не видят и херачат, блин, вот. Ну, задавливают, если честно. С другой стороны, это не так, ну, не такая уж большая проблема. Ну, ходят и ходят. А у меня просто здесь, ну, я уже так рассчитал, что здесь и это солоды, да, и зерно отсюда привозится для, ну, зерно, конечно, вот отсюда хорошо было бы, потому что зерно бы здесь без, хотя нет, слушайте, здесь тоже долго бы, да, пока они бы ходили, бегают, да, вот по этой дороге, если бы они бегали. Это долго. Не, я ставил. Я уже ставил эту факторку сюда. Но она... Да, и если даже людей в ней нету, они все равно товар оставляют. И это мне не понравилось. Мне пришлось удалить. Видите, я даже дорогу специально... Ну, тут немножко такой скот сделал. Ну, типа разъезды. Вот. И они оставляли яблоки здесь. А потом люди, прикиньте, вот отсюда, ну... со всего, да, отсюда, с амбаров, с этих амбаров, и вот они такой, знаете, ручей таких, ручеек такой, много-много работников, которые должны были забрать там 40 яблок. И мне еще вот, знаете, что не очень понравилось в этом, в системе этой, в том, что работники склада или амбара почему-то они возят тележками, не все возят тележками, они почему-то это все в руках несут. Ну, допустим, да, вот он, вот этот несет яблоки, видите, он вот это и груз яблоки везет, несет. Ну, то есть кто-то на тележках, а вот этот один пошел, понимаете, да? Ну, вот, а он в руках, вот видите, несет яйца, а знаете, он сколько несет? Одну штучку. И вот это меня очень, так скажем, напрягает. Но одно дело, если он с тележкой привезет там 10 яблок или 20 там яблок, да, то на в руках он несет одно яблочко. Ну, то есть как-то... я считаю, что ну, вообще должны в амбарах и на складах все работать с тележками. Вот любой, да, там. Ну, вот что он сейчас вот несет? Вот, пожалуйста, несет груз яблоки. Но если посмотреть, вроде как у него корзинка в руках, да, а в корзинке одно яблоко. Ну вот, если куда он придет сейчас? Если можно было бы... Блин, жалко, не пишут, сколько он несет, но я как-то наблюдал. Вот, когда он приходит, ой, приходит, да приходит, надо же так. Придет, точнее, туда, куда он шел. И я смотрел, сколько именно там появляется товара, и там, как правило, там одно яблочко, один хлеб. И это, блин, бесит. Но, скорее всего, с тележкой, наверное, несет главный. А, слушайте, никогда не видел, что двери здесь открываются. Да серьезно? О, прикольно. Я как-то этого не замечал. Слушайте, надо же, классно. Вот, видите, да, все-таки он, да, видать, главный не это такой, да, а другой такой. Ну ладно, боксим. Так, эти у меня пришли. Три, кто у нас? Ага, это у нас просто с булавами, да, эти еще идут. Блин, им надо, блин, все-таки придется им выплачивать деньги, не хотелось бы. Не хотелось бы. Так, а что у меня по налогам? Налог же, да, я приподнял налог. Да, теперь 15, нормально. Но я выставлял даже 20%, и было довольно-таки... Ну, нормально, люди жили, люди работали. Ну, а что делать? Надо как-то завоевывать территорию. Итак, погнали. А твои будем притязания ждать, когда он... Сейчас среагирует. Дальше мы сюда берем наш отрядик.
И на сборы. Ну, 10 яблок. Так, это большой амбар, да? 10 яблок. Ага, ну ладно, молодцы. Так, а что у меня с торговлей? Блин, торговля херово идет почему-то. Во-первых, я не особо понимаю, как они торгуют. Вот, слушайте, вот объясните мне такую вещь, потому что я вот разные делал комбинации, но что-то они как-то, блин, херово работают у меня. Не совсем понимаю, в чем смысл. Смотрите, значит, ну, допустим, берем... Вот, деревянные детали. Я пишу вывозить, да? Вот здесь написано имеющиеся избыточные товары, да, и сколько и нужное количество избыточных товаров. Как? Я сначала ставил 165, ну, типа вот, 165 избыточных товаров, да, и я ставил сюда 165. Но они не торгуют им. Вот, давайте, ну, давайте, 165. Вот. Они, блин, они очень редко сюда, вообще практически никто не покупал. Потом я ставил 30, но более-менее стали покупать. И вот это меня совсем, ну, как-то не очень понятно, то есть, как что имеется в виду, да? То есть, ну, имеющиеся избыточные товары, а вот здесь вот что нужно? Нужное количество или это минимум поставить, чтобы они не брали, да? Ну, вот, допустим... Но я вношу, например, 10, да? Все, что больше 10 будет продаваться, или больше 165 будет продаваться. Вот, напишите, может быть, кто-то уже знает, да? Так, ну что, бросили нам вызов сюда. Я вижу. Итак, первое. Мы бросаем вот этих. Да. Значит, они идут сюда. Дальше. Наши вот эти вот подразделения. Вот эти, вот эти, вот эти. И вот эти. Тоже идут сюда. Только не бегом. Не надо бежать. А вот эти, вот эти, вот эти. А, стоп, стоп. Вот эти, вот эти, вот эти. Не надо бежать, вы идете сюда. А вы можете, не надо. А, хотя нет, вы бег. Блин, ну ладно, блин, я хотел бегом им. Нет, вы идете сюда. Так, и вот это меня еще задалбливает. Вот это ответные письма им. Блин. Писать постоянно задалбливаются. Особенно, знаете, во время битвы, да, идет битва, а они типа, о, давай-ка нам ответное письмо напишешь. Да идите вы в жопу со своими ответными письмами. Так, ну давайте, ладно, побежим. Ну, они устанут. Вот, ну, я думаю, что они там чуть-чуть передохнут. В том месте, куда я их направил, потому что у нас время еще 89 минут, 89 дней, точнее. Два раза они придут. Два раза по 30, вот сколько здесь получается, ну, 40, ну, условно говоря, 35, 70, 140, ну, там 160 где-то человек. Это в первый, сначала они придут первый раз. Я их вынесу, и потом еще 165 придут, я их второй раз вынесу, и тогда, соответственно, я эту территорию отвоюю. Но да, но это потом будет борьба за эту территорию, потому что этот гад будет постоянно теперь, ну, вот эту территорию он попытается отнимать, и каждый раз будет на нее заявлять права. И у меня тут возник вопрос такой в голове о том, что а если у меня будет 3-4, ну вот скажем, ну, 1, 2, 3, 4 региона, да, вот эти вот все регионы. А если он на все 4 региона претензии одновременно подаст, а у меня не, ну, игра не дает мне больше сделать. То есть, понимаете, да? То есть я не могу больше создать отряда, видите? Вон. Все. Их нету. Купить я как бы, ну, они тоже появляются крайне редко, вот эти вот чудики, понимаете?
тоже как-то вот странновато. Так, ты пока не надо бежать, не надо бежать. Вот вы бегите, а вы не бегите. А чтобы они быстрее дошли, а наши немножко притормозят. Почему я говорил как разменно? Потому что я им платить каждую месяц не собираюсь. А, ну, они же, да, будут требовать типа оплату. Я им говорю, что оплаты не будет. Потом снова говорю, что оплаты не будет. Вот, я их распускаю. Ну, они, во-первых, они быстро сбегут. Вот эти вот разбойники. Они, как только на них идет первое нападение, они сразу же духом: а, блин, мы не хотим, а, там, о, все-таки пошел на нас, да? Ладно. Так, на нас, если он и пошел, значит, давайте-ка мы вот этих... На этих... Этих пусть он лучников мочит, а наши пока так. Вы чуть-чуть побыстрее, вы чуть-чуть побыстрее, давайте, давайте, бегите, блин. Ладно. Но мне придется еще дождать этих чудиков. Так, давайте-ка вот так вот лучше. Вы встаете здесь. Мы бы, да, потом лучники, лучники. А, кстати, лучники, да, давай-ка вы, наверное, вот так вот пойдете. А вы вот так вот пойдете. Здесь вот будете стоять горою. А вы будете вот так вот и держать оборону, а вы будете держать чем вот так вот сбоку будете. Ага, а вы сюда идете на абордаж. Так, вы стой. Вы сюда. Пусть так вот. Ай. А, блин, этих вступили в бой. Блин, не вовремя они. Отлично. Так, эти у меня... Ну, те, ладно. Так, а вы? О, пусть. Так, ну этих мы сломили. Пока я их отпускать не буду, потому что сейчас придут еще чудики, и они мне понадобятся. Надо держать оборону. А, вон эти, блин.
А вы чё? А. А какие? А, подождите, а я же туда отправлял свой отряд. Вот он, точно. Ну, блин, их уже тут вынесли, блин. Не-не-не-не-не, ты иди сюда, а ты... Ну да, сейчас их, короче говоря, выпилят, походу. Ну да, наши воины, бегство, блин, ну это как обычно. Сейчас мы этими добьем. Так, и мне больше подмоги, походу, не будет, да? Ну да, в этом месяце у меня уже никто не появится. Блин, херово. Так, что у нас здесь? Здесь 73, да? О, слушайте, ну неплохо. У меня еще не было налога, да? Они еще не, они не знают, что у меня налог поднялся. Ларек с едой, ну ладно. Ну, давай. Да вот я о чем и говорил, да? Вот, блин, тут разгар битвы, а тебе, а ему, видите ли, письмо надо какое-то. О. А все что ли? Так, 70, почти сотка. А, ой, слушайте, а я вот интересно могу? Подожди. Слушайте, а вот а в каком я месте вообще очутился? А? Чё-то я... Подождите, а вот как-то вот здесь можно очутиться? А, слушайте, я не узнаю вообще местность. А, ну я могу ходить, но не могу воевать, да? Блин, херово, ладно. Так, сейчас, скорее всего, он... Да, это моя территория, но, скорее всего, вот этот хрен, он сейчас будет на мою территорию, ну, отбивать снова территорию. Я пока не... Блин. У меня просто, видите... На распутье. Отпускать мне этих или не отпускать? С одной стороны, сотка не такая много, да? С другой, ну, налог я еще успею, скорее, я так надеюсь, что я налог успею собрать за это время. Так, первое, давайте тогда начнем. Начнем мы с того, что нам нужно здесь построить. А, я же не могу здесь, блин, строить. А, это... А, все-таки нет, не могу, да? То есть здесь по нулям. Ну да, вот это мне тоже очень бесит. Блин, почему у меня не общее все? Да? Это же мой, это же моя территория общая. Ну, как, ну, регион разный, да, но я-то один, я властелин всего, всего и вся. А меня почему-то тут, блин, взяли и обокрали. Так. А здесь у нас еда, ой, это, да?
Залеза железа. Блять, камень далеко. Блин, дерева много. А мне дерево-то очень нужно будет. Бля, а дерево я не могу к себе экспортировать. Так, ладно. Ставим лагерь. Ох, 250 монет. Так, это у нас дорога, правильно? Блин, вот жалко нету, видите, вот шахтерская деревня, лесная деревня, деревня земли. Вот как определяется, то есть это, ну, город, да, а вот деревня. Вот мне бы вот это еще хотелось бы узнать, как дальше разработчик это все реализует, да, вот что это, как это будет отличаться, да, или что это будет, или это, или просто разница будет в запасах, ну, хотя здесь запасы разные, да, но тут, наверное, деревня земледельцев, наверное, какое-то ограничение будет, да. Технологии и вот эти вот, помните, когда изучаешь всякие технологии, развиваешь, да, возможно, там какое-то будет ограничение, ну, в какой-то, какая-то часть закрыта будет, да, какая-то открываться будет в лучшую сторону, например. Что это там, если земледельцы, то только по земледелию что-то будет такое. Ну, посмотрим, ладно. Так, среднее количество это 40 еды. Вот опять же, откуда берет, почему я должен платить за то, что у меня уже есть? Ну, мне оно нахрен не нужно, да, у меня в моем королевстве куча этого уже, и хлеба куча, и досок, и чего только нету, блин. Почему я еще деньги должен за это платить, блин? Бред. Бредятина. Так, ладно. Правда, я еще построил прямо на дороге, ладно, хрен с ним. Так. 5 человек есть. Ну что, давайте начнем. Перво-наперво. Перво-наперво мы ставим лесорубов. Но лесорубы, я думаю, что будем их ставить чуть-чуть подальше, но чтобы они не залазили вот на эту территорию и не залазили вот на эту территорию. Возможно, где-то, блин, либо им ограничение, ну мы можем ограничение, конечно, им влепить. Блин, но это, а потом, за ними следить потом придется, да, вот, ну, когда будет, то, типа, прекратили. Бог с ним. Так, здесь им дорожку. Так, это первое. Второе, нам нужен колодец. Посмотрим, как он идет. Ага, здесь, да? Здесь идет. Хорошо. Просто отлично. 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 Так, блин, я теперь дорогу не, ой, точнее не помню, как она. Ага. Ну, будем, наверное, вот так вот строиться.
А, блин. Ну ты зачем? Вот дорога. Да собака, а? Ну что ты творишь, а? Так, здесь дорожка. Здесь так, с ягодами. А, слушай, у меня же там есть, да, по-моему, да. И что-то еще как бы есть, да, там запасы какой-то еды были. Не помню, правда, сколько. А куда вы закидали? 8 бревен. Один, да? 20 монет. А давай, когда мне нужен будет этот валы, чтобы, да, таскать этот на выше. Так, с амбарами. Но. Блин, вот опять же, почему нельзя поставить, ну, чтобы ресурсы, ну, не то чтобы сразу снимались, а в резерв не ставили, да? Потому что ты, если что-то поставишь, то сразу они типа, о, это уже все, типа, ты уже построил, хотя я еще ничего не строил, да? Ну, я на паузу нажимаю, а уже два бревна забронировано, что типа вот только на эту постройку, да? А я еще и строить-то ее не собираюсь. То есть планирование здесь, конечно. Ну, потому что мне нужно торговлю, во-первых. 4 бревна. А у нас их 8, да? Да мне, а мне нужно еще. Ну, бревна-то ладно, а вот. Блин, а где этот? Еда-то вся. Ни хера не вижу. Слушайте, вы видите еду где-нибудь, а? Ее что, не привезли, что ли? А, во. Ну, а, вот дрова, да, камень и хлеб. Ну, камень-то фиг с ним, инструменты тоже. Я не знаю, как они могут портиться. Ну, дрова, да, сырые будут. Хлеб только. Так, ладно, давайте посмотрим, что по полям. По полям, по лесам, нынче здесь, завтра там. Так, пшеница, о, как. Ох ты ж, мать твою. Да, с плодородностью здесь вообще херово. Ну да, рожь пшеницу. С ячменем вообще беда. Да блин, нет, блин, ну зачем ты игра так переключаешься? Лен вообще беда. Не, я оторвусь потом вот на этом регионе. Видите, здесь вообще лен, ячмень, вот здесь вот будем высаживать. А, слушайте, я же армии могу объединять, да? Ну, у меня же здесь могу армию собирать или нет? Не, а, нет, нифига. По-моему, это только вот это максималку со всех регионов, которые я могу собрать. А, подождите, или...
пока непонятно. Так, ну что, я тут начал, в общем, постройки, но, блин, я что-то не то чтобы не рассчитал, а, в общем, херово сделал. Я перед самой зимой напал, тут дожди, осень, значит, ну, конец осени, скоро зима, и у меня еда попортилась, 20 хлеба испортилось, но вроде как они успевают сейчас немножко кукутиков обобрать, но я что-то как-то сомневаюсь, что они много наберут, и хватит ли мне это все на зиму. Ох, блин, еще, да, еще я домики еще не построил, блин, ну, да я их тут зимой, да, решил такой, скажем, экстремал устроить. Ладно. Нам 5 домиков, да, надо. Так, давайте подумаем. Так, ну это главная дорога, да, к нашему... А, ну как раз, да, здесь будет торговлю вести, да, вот здесь вот будет торговые все посты. Ну да, здесь у нас как раз будет, наверное, вот тут. Ой, блин, не-не-не-не. Вот, слушайте, не делайте как я. Вот, серьезно вам говорю, вот спешка до добра не доводит. Потому что... Да, потому что... Потому что я говорил всегда, сначала надо сделать так, чтобы работало по, точнее, жило по 2 семьи. Но надо вообще понять, но здесь ничего расти не будет. Вот интересно, ну да, скорее всего здесь расти не будет, если я построю даже дома. Ну, здесь красный, да, не пшеница. А вот, да, а вот эти овощи будут расти здесь? Вот, ну, вот мне вот это интересно. Как овощи здесь растут? И растут ли они вообще? Ну, да, здесь устроим. Устроим пир немножко... этим, как его, господи, животным, потому что я там потом буду исследовать, скорее всего, буду исследовать значит, этим капканы, разделку туши, и в то же, и также будет, если они вдруг зерно, да, будут подъедать 50%, но тогда у них быстро будет живность возрождаться. Вот, наверное, скорее всего, здесь будет. Потому что здесь еще пшеничные поля будут. Но это уже, честно, на хлеб. Там, то есть там для животных часть будет уходить, да, а это, честно, для нас. Ну и здесь, кстати говоря, блин, слушайте, далековато ходить-то бегать. Ну да, наверное, скорее всего, домики надо будет здесь. И плюс еще здесь домики делать. Ну, потому что здесь же, да, будут эти... сельскохозяйственная. А до камней я, слушайте, я не знаю, как добираться до камней. Ну как, блин, да подожди. Ну да, до камней это, ну да, придется здесь еще делать какую-то деревню. Ну, в общем, жесть, слушайте, да, и что-то, ну не особо регион. Такой себе регион. Подожди, я это вообще мой регион. А, ну да, мой регион. Я уже, блин, совсем запутался. Да, вот здесь надо будет домики сделать. Здесь дом. А, кстати говоря, да, если у нас здесь будет, да, и у нас получается вот так вот, вот так вот пойдет деревня. Там же здесь будет же обрабатывать. Житницы будут. Да. Ну а здесь, соответственно, будем делать добычу камня очень большое количество на продажу. Ну, она будет бесконечно. А, блин, очки. Очки. Да.
Надо вот насчет тогда, надо подумать, потому что очков мало для развития, и надо как-то все это дело сделать. И вот опять же, вот как и дорога, смотрите, да, вот смотрите, маленькая тропинка, а здесь широченная, потом маленькая тропинка. Вот от чего она зависит? От того, как ее протоптали? Или вот, или это просто рандомно какая-то хрень? Да, и скорее всего... Я все-таки овощи, наверное, вот здесь, ну, блин, где-то здесь, блин, даже не знаю. Ну, давайте здесь попробуем овощи выращивать. Не знаю, будет или не будет выращивать. Но, во всяком случае, попробовать. Так, здесь торговые пути. Во. 5-5. Ага, а у нас... А, 10, блин. Да мне хотелось бы побольше эти территории. То есть независимость, как ну нас сколько они длинные, да, не зависит, что ли, или как это? Слушайте, нет, давайте, наверное, здесь не овощи будут, а... Да, это не овощи. Ага. Так, а если я вот так вот сделаю? Ага, вот такие мои. Ну, в принципе, вот такие для куриц, да, вот вполне. Вполне. Да блин, да почему-то 4. Блин, 12. А ну, блин, фиг с ними. Да, я вот так вот заморачиваюсь, представляете? Я еще и... Ну, хорошая игра, сохранялку. Да блин, да чё вы издеваетесь? Ладно, давайте стройте, короче. Время идет, а я... А, у меня еще здесь жители голодали, прикиньте. Отряд стоял вот на этом месте, и он очень голодал. И, ну, пришлось распустить все весь отряд. Да, собрать они, ну, может быть, соберут на пару месяцев, но не более. Больше, да? В смысле? Блин, топливо, точно. Топливо, топливо. Что-то как-то все пошло не по плану. Да блин, задолбали уже. Что-то пошло как-то все не по плану. Дрова, дрова. Не, ну дрова я могу, в общем-то, и здесь им сделать, да, только территорию обозначить.
Да, скорее всего, наверное. Да, я им только территорию распределю. Так, давайте, значит, это... блин, где этот мой? Ни хера из-за этого леса не видно. Так, это у нас выше, правильно. Но они, правда, его долго будут делать. Следующее. Где-то я здесь. Слушайте, я. А, вот оно. Выше. Давайте средний поставим. А здесь очень высокий вот так. А, нет, давайте вот так вот. Они сейчас быстрее это все сделают, да? Так вот, наверное. А здесь я думаю, что если 50, да, штучек 50, если наберут ягод, ну им скорее всего, ну эти уже на 2 месяца хватит, ну нормально, да, я думаю, зиму перекантоваться им хватит, вот, а там уже, как говорится, посмотрим. Но на ягодах они спокойного, и тем более еще мясо будет, я думаю, что вполне. С мясом, конечно, здесь беда. 20 всего лишь диких зверей, что... Но маленькому поселению хватит, а вот если будет больше... Хз. Так, а как вы вообще... А, вы по дороге едете. А, часть королевского тракта. Блин, ну чё вам сокращать, что ли? Давайте так пока что, да, потому что, ну, они пока в обход будут ходить, они заколебутся. А ты чё пошёл-то? Так вот, я тебе тропиночку специально сделал. Нет, не хочешь? Да, ребята, ну... А, это Тамбов. Можно как-то это, блин, попозже оставить. Опа, как вы быстро заполнили ты ее, а? А, так на 10 месяцев. Хо-хо! Ребята, так вы молодцы. А, вам рынок, кстати. Дай-ка я вам вот так вот сделаю и... И рыночек. Давайте вот такой вот на 20 ларьков. А, вон 12, да? Нормально. Ну чё, пойдете туда заниматься? Нет. Ага, все, да, строят. Ладно, молодцы. Ну все, началось как бы строительство. Так, что у нас в Тамбове, кстати, делается? То я что-то давно сюда не заглядывал. Блин, тут вообще как-то у нас все хорошо и странно, что вот эти людишки не хотят. Добывать мясо очень много, но там постоянно вот переполнение идет, а они ноль эмоций. Да, с полями у нас тут херовенько все. Здесь у меня, по-моему, переполнение было, да, но вроде бы. Ой, а чё ты? Ой, а чё это? Ой, а чё тут с этой? Господи, а чё с деревьями-то?
А, растительность я не склон. Только давайте. О, я уж испугался. Так, у меня ничего не глючит. Нет. Все. Да, и так уже час целый я тут проболтал. Про ля-ля-тополя. Вот. Но в любом случае мы уже пошли настроиться. Дальше. У нас будет... Ну, я уже как бы наметил, да, вот эти домики. Опять я эту хижину гребаную потерял. Так, средний. А, вы вообще можете без всего построить? Ну, давайте без всего постройте. А, ты... О, слушайте... А вот это я, кстати, классно, что они сами, то есть не работники какие-то, да, вот, ну, работники именно наши делают, а вот они сами, да, то есть захотели ларечек, сами пошли, его построили, это вот мне нравится, хотя бы, да, вот строители не задалбливают, типа, постройте нам, все, пошли, а, вот, все-таки по тропиночке, да, поехали, отлично. Отлично. Ну, слушайте, я потом тропинки эти удалю. Я так им, ну, чтобы они побыстрее сейчас доставляли, а потом я немножко переорганизую. А, может быть, кстати, перемещу, да, может быть, и лесорубу куда-нибудь в другое место поставлю. Так, мне главное, чтобы... Да, что-то беда какая-то. А чё вы ждете? В смысле, подожди-ка, коромысли, а... А вы отсюда не будете забирать разве? А. То есть пока амбара нет, они не носят еду? Чё за фигня? Блин, мне надо еще тогда собрать еды. Да ты что? Ты говоришь, что... Все, типа, спрашиваешь, хорошо или нехорошо? Ну, как тебе сказать, человечек ты, человечек. О, вот, ну это я в курсе. Лагерь охотников. Давай сюда. Квота будет 10. Ну, как-то так, потому что я не знаю, чуваки, как у вас тут, как вообще получится. Но вы надеюсь это завершите, давайте, потому что надо. Не, если вы не сделаете амбар, куда я буду складывать? А, еще же надо эту. Блин, дрова складывать. Дрова. Сколько мне, кстати, осталось? 304 дня. Ну, слушайте, ну соберу я налоги, да. Две с половиной уже. Да вы охере. Слушайте, в какой прошлой жизни я провинился, что мне такую 2500, блин. Так, надо подумать, подождите, где ставить. Вообще будет несколько. Я вообще вот тот амбар, который вверху, будет только, ну, сейчас на данном этапе он все собирает, а там он будет только ягоды собирать, только ягоды хранить. Он будет 250 вмещаем, даже нет, не 250. Ну да, 250, я его потом расширю до 2500. То есть пусть они ягод там просто немерено собирают,
Вот. И амбар только будет ягодами тот заниматься. Здесь амбар будет заниматься только этим зерном, мукой, там что угодно, да. То есть я вот все сейчас буду перераспределять вот эти вот, кто чем будет хранить, что будет храниться. А здесь. Ладно, здесь я не, блин, если что, я его надеюсь, что склад можно будет потом перенести. Если нет, ну, блин, ну разрушу. Пока так быстро все, что нужно было построить, я построил. Ну и все, так что. На сегодня все, пока. Ну и лайки, дизлайки, опять же, на ваше усмотрение. Пишите комментарии, особенно по поводу вот этой торговой херни, да, этими. Вот, ну и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Так что не переключайтесь, скоро увидимся. Пока-пока.